Улица Кулакова – одна из главных транспортных артерий города. Еще в начале апреля она выглядела примерно так. Меньше чем за 2 месяца дорожники полностью обновили асфальт, заменили бордюры и даже успели сделать пешеходные дорожки. А это уже финальный штрих – нанесение разметки. Не обычной, а пластиковой. Процесс тот же, а вот срок эксплуатации у такой разметки гораздо дольше. Мы уходим от краски в основном и в рамках БКД наносим осевые линии термопластиком, поперечные пешеходные зоны холодным пластиком. Держится она, разметка эта, более года. Срок годности у нее год. То есть намного лучше, чем краска. Этот участок полотна привели в порядок благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по нацпроекту в краевой столице отремонтируют 9 дорожных объектов. Участки по улице Победы и Доваторцев от Мира до Ленина уже сданы. Заканчиваются работы на улице Железнодорожной. Укладывают асфальт сейчас на улицах Тухачевского, 45-я параллель и Доваторцев. Обновят также улицы Лопатина и Сальского. Сейчас у нас в работе остается еще 7 улиц. Все работы мы планируем завершить до 1 июля. Единственная улица, где мы полномасштабно еще не приступили, это у нас переулок Сальский. На данный момент водоканал там ведет работы. И после того, как водоканал закончит буквально еще 7 дней, то все силы бросим на эти 2 участка автомобильных дорог. По дорогам без ям и ухабов передвигаться будет не только удобно, но и безопасно. За ремонтом продолжат следить Яна Лукошкина и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.